есть слово «цена» – то, что мы должны отдать, чтобы что-то получить. Цена – это то, сколько что-то стоит, стоимость. А есть слово «ценность». И ценность – это важность, значимость. Значимость – это когда у вещи есть смысл, значение, когда эта вещь важна. Ценность тоже иногда, не всегда, конечно, может быть выражена в единицах стоимости, но не как сумма, за которую можно что-то купить, продать, получить, а как сумма, которая определяет важность, значимость вещи. Если есть какая-то вещь, и у этой вещи большая цена, это значит, что эта вещь дорогая, она дорого стоит. Если у этой вещи большая ценность, то это значит, что это важная, значимая вещь. Ценный – это или такой, у которого есть цена, или такой, у которого большая ценность. Бесценный – это такой, который не имеет цены, который невозможно оценить с целью покупки или продажи, или обмена. Оценить, то есть найти эквивалент для обмена. Нет такого эквивалента, денежного или какого-то еще. Некоторые люди говорят, что все имеет свою цену. Но даже циники должны понимать, что жизнь человека бесценна. Просто потому, что она одна. Что второй жизни у человека нет. Жизнь – это самое ценное, что есть у человека. И ни у кого нет права отнимать жизнь другого человека. Ни у кого нет права отнимать у другого человека его жизнь.